1 июня – Международный день защиты детей. В честь праздника аким области Айдарбек Сапаров посетил Центр социального обслуживания детей «Арман». Глава региона поздравил особенных детей с праздником и вручил им подарки. В настоящее время по области насчитывается более 25 тысяч человек с ограниченными возможностями. Центр социального обслуживания «Арман» в Петропавловске открыт в 1999 году. В настоящее время здесь обучаются 12 воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет. Им предоставляются все соответствующие реабилитационные услуги. Дети получают инклюзивное образование в городской средней школе номер 13. Здесь они проживают, получают специальные социальные услуги по 8 направлениям, реабилитационные услуги в течение учебного года. На каникулы затем их родители забирают домой. Но в настоящее время у нас 7 мальчиков и 5 девочек. Ребята имеют тяжелое нарушение опорно-двигательного аппарата. Занимаются они по общеобразовательной программе «Инклюзивное образование» в школе номер 13. Города Петропавловска. Воспитанников центра «Арман» с Днем защиты детей поздравил аким области Айдарбек Сапаров. В подарок телевизор для сенсорной комнаты. Как сказал наш президент Касым-Жомарт Кемелевич, мы должны заботиться о детях. Дети – наше будущее. Поэтому руководство области всегда будет заботиться о вас. Мы сегодня выделяем большое финансирование для получения качественного образования и воспитания, для достижения в спорте и по всем остальным творческой деятельности вопросам. Поэтому в первую очередь хочу пожелать вам крепкого-крепкого здоровья. Одна из воспитанниц центра Сымбат Душанбе. В свободное время девочка занимается в вокальном кружке, участвует в различных соревнованиях. Начала учиться в нулевом классе. Вот. И живу. Это все мои друзья. Поддерживают меня всегда. В области действует 9 медико-социальных учреждений. 3 из них расположены в областном центре. Всего в регионе насчитывается более 25 тысяч людей с ограниченными возможностями. Более 2 тысяч детей имеют нарушение опорно-двигательного аппарата. Кроме данного учреждения, в котором мы сегодня побывали, есть еще взрослых, для взрослых центр, в котором находятся лица также с инвалидностью. Есть еще детский центр, тоже, где находятся дети с психоневрологическими заболеваниями. Для них тоже оказывается вся необходимая помощь. А непосредственно эти дети тоже находятся в интернатном учреждении. По словам директора Центра социального обслуживания «Арман», автобус для перевозки детей в школу устарел. Айдарбек Сапаров пообещал выделить средства из бюджета на новый спецавтотранспорт к новому учебному году. Наталья Итова, Жансая Каипова, Анатолий Белонок. Служба новостей.